так большинство товаров уже у нас было в обзорах, поэтому мы глянем то, что уже было мельком, а то, чего еще не было, будем смотреть более внимательно. Итак, провод обычный Mi 4C уже не один раз приходил. Они гнутся и рвутся в вот этих местах. Вот именно оригинальные Mi 4C, где-то за полгода, за год. Но вот здесь вот они в уголках, если их ничем не укрепить, допустим, пружинкой, то они гнутся. И поэтому как расходник их раз в год надо менять. Поэтому уже были у нас, откладываем. Далее, перчатки тоже уже были. Давайте мы их посмотрим еще раз. Я заказал еще одни, то есть вот эти и еще одни идут. Первые уже пришли, все с ними отлично. Вот камера. Вот здесь ниточки торчат. То есть не идеально, но довольно-таки неплохо. И на велике можно кататься, и на турнике повесить. Но не сильно. Далее, лампочки. Лампочек еще не было, но по две штучки. Вот такие вот лампочки. У Жигули, судя по цоколю, у Жигули они должны подойти, но не знаю, как они будут по яркости светить, если в задний ход их вставить. Насколько яркими они будут. Поэтому взял их вот 2 по 2. Попробуем потом, если будет время, выложу, как они горят отдельно. Далее, чехол на пауэрбанк. Чехол уже накупил кучу, пауэрбанки все еще не дошли, поэтому распаковывать его не будем. Далее еще вот это вот мы тоже знаем все, что это, поэтому тоже его сразу откладываем. Вот такой вот неоригинальный мибендовский ремешок уже был, откладываем. Ну и наушники ППБ, заказал еще одни отличные наушники. Я заказал себе еще двое заказал. Вот, должны скоро прийти. Вот так они упакованы, амбушюрки, дополнительный пакет, зарядочка и сами наушники. Наушники классные. Вот из их ценовой категории они самые лучшие, то есть из наушников до 10 долларов. Вот, давайте посмотрим теперь на огоньки. Огоньки уже тоже были. Симпатично они светят. Тоже уже были, поэтому сильно рассматривать не будем. Будем скоро украшать квартиру. Осталось батареек накупить для этого всего. Их у нас 2 штучки. Шнурки якобы должны светиться в ночи, но я смотрю, они, наверное, еще не зарядились, потому что они нифига не светятся, просто обычные шнурки. Ну пусть полежат, если у меня получится заснять, как они позеленеют или нет до того, как я буду выкладывать видео, я выложу. Давайте пока просто посмотрим. Приятные на ощупь. У меня есть белые кеды на весну, уже можно в них будет вставить, даже если не светятся нормальные шнурки. Поднес к лампочке, они реально начали светиться, даже видно невооруженным взглядом, вот позеленели. То есть были чисто белые, сейчас стали черные. Если свет выключить, я думаю, они будут светиться. Вот так вот они светятся. Действительно светятся прикольные шнурки. Это, по-моему, с Rose Gal я покупал. Вот этих штуки очень ждал. Это зубочистки для просто такой нестандартной формы. Они закрыты, получается. Заказал я 2 коробки. Вот. И очень сильно ждал.
Вот так они выглядят. Вот одна зубочисточка. То есть есть ниточка, чтобы между зубиков почистить. И такая вот ковырялочка маленькая. Вот. Их тут у нас вот жменюка такая. Отличные зубочисточки. Я доволен. Вот такой коробочки. На китайском инструкция, типа как пользоваться. Ладно. И последние две коробки остались. Машинки уже были у нас. Я заказал еще одни. Мы на них посмотрим, такие же или нет. Мне очень понравились. Они еще с... Такие же машинки. Вот. Тут из-за покрытия такого. А, нет, просто сильнее надо было. Круто, в общем, вот таких вот машинок целая пачка. Подченция. Сынишка будет доволен, как слонишка. Ну и последнее, это наушники Xiaomi мини-версия. Новая версия их, они должны быть получше. Сейчас я их распаковывать не буду, просто вкратце расскажу. Все-таки распечатал я ее. Вот так это выглядит все. С перламутровым таким отсвечиванием. Металлическое крепление. Вот, ну что самое интересное, что мне больше всего понравилось, это вот этот вот чехольчик идет. Такой жесткий чехол. На молнии с карманчиком. Амбушюрки. Сюда можно сложить наушнички и таскать с собой. Шел в комплекте с наушниками. У меня были вот такие наушники ППБ. Вот они, на мое, по моему мнению, самые лучшие, самые удобные, как бы такой именно компромисс, дешево и сердито. То есть неплохо звучат, долго играют и дешево стоят. Ну да, немного хлипко так сделана конструкция, так, ну, наушники сами сделаны, сами уши добротно. А вот сам пульт управления неплохо так сделан, слабенько, и переключение у него в обратном порядке. Ну, в любом случае, как бы из тех наушников, которые я перепробовал, а перепробовал очень много, и фирменные, и дорогие, и не очень, многие неудобно выпадают из ушей и так далее. Вот эти вот я на них остановился, и дольше всех я с ними игрался. Далее я купил Xiaomi-шную первую версию вот этих наушников спортивных, и они мне не понравились, они очень давят в ухо, они неудобные и так далее. То есть поэтому, а я уже заказал мини-версию, решил попробовать с тем, и мы чуть-чуть позже я сделаю видео, выложу эти наушники и сравню с теми, с предыдущей версией, и сделаю вывод, исправили ли они те ошибки, которые были в первой версии. Потому что первая версия, ну, она реально отвратительная была. То есть мне она, ну, никак не подходит, и я не знаю вообще, как, ну, может быть, для спортсменов она и подойдет, но для повседневной жизни они не подходят, потому что даже если одеть шапку, то они безумно давят в уши, то есть они здоровенные, безумно давят в уши, больно, неприятно ходить, я дней 5 с ними походил и все. Звук там играет тише, да, качественнее, чем вот эти наушники, однозначно качественнее звук, но он тише играет, чем здесь, допустим. Поэтому я уже жене подарил эти наушники, поэтому я заказал еще двое наушников, одни куплю племяннице будут, вторые будут мне запасные, и
Я уже купил наушники КЗ и хожу сейчас с наушниками КЗ, но иногда мне не совсем удобно с ними пользоваться, поэтому все-таки нужно вот такие купить, и, наверное, я буду бегать с такими наушниками, а с КЗ еще подумаю, либо буду продолжать с КЗ ходить, а эти будут как запасные. Но в любом случае, вот таких я еще купил, на них была распродажа, по-моему, 4,99 или до сих пор идет. Вот, наушники классные, действительно, не пожалеете, если возьмете, я могу смело советовать, это как бы мое мнение, действительно хорошее. Вот, в принципе, все мы рассмотрели, вот все посылки. На этом у меня все. Скоро выйдет видео сравнения наушников новой и старой версии Xiaomi, вот этих. Вот, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!